Как часто вы облачаетесь в национальный костюм? Больше скажу, вчера я в парке, в нашем городском парке, гуляла в национальном костюме. Я даже в кафе сидела в национальном костюме. Представители Израиля и Иордании прекрасно разговаривают на родном. Я бы даже сказал, даже иногда лучше, чем местные. У нас говорят, не бывает мудрых старших без достойных младших и достойных младших без уважаемых старших. И только вместе мы можем идти и развиваться, идти вперед. Двадцатого сентября в Кабардино-Балкарской республике отмечается День Адыга. Этот праздник отмечается ежегодно с 2014 года и является нерабочим днем. Накануне в Нальчике прошел 13-й конгресс Международной Черкесской ассоциации. Представители разных республик и стран, входящих в состав ассоциации, собрались вместе для того, чтобы обсудить вопросы идентификации черкесского этноса. Азор Владимирович, 13-й конгресс. Это, я так понимаю, что не все конгрессы Международной черкесской ассоциации проходят в Нальчике, но создается ощущение, что большинство проходит именно здесь. Именно здесь была создана, именно здесь прошел первый конгресс, именно с Нальчика все и началось. Почему именно Кабардино-Балкария? Есть три субъекта, которые являются субъектообразующими народами, адыгские народы. Это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгея, собственно. Из трех субъектов больше всего адыгов проживает в Кабардино-Балкарии. Арсен, как вы здесь оказались и что здесь вообще происходит такое? Ну, я являюсь делегатом от Карачаево-Черкесской Республики, то есть от Адыга-Хаса Карачаево-Черкесской Республики. И наша организация входит в Международную Черкесскую Ассоциацию, конгресс, который сегодня состоялся. Здесь, на конгрессе, представители не только республик Российской Федерации, входящих в состав Российской Федерации, но и множество других. Удалось с кем-то пообщаться из других стран? Ведь это же очень классно, да? То есть у вас может быть собеседник из той же самой Сирии, из той же самой Иордании. Вы можете не знать арабский, но все равно можете общаться на... Мы разговариваем на черкесском в основном. Представители Израиля и Иордании прекрасно разговаривают на родном. Я бы даже сказал, даже иногда лучше, чем местные. Расскажите, что организация делает именно для работы с молодежью? Потому что вы же тоже в свое время от родителей узнали обычаи какие-то. Знаете, Николай, все, что мы в этой жизни делаем, имеет действительно большое значение, когда имеет продолжение. А продолжение будет иметь лишь тогда, когда подрастающее поколение это подхватит. Когда то, что делаем мы, имеет преемственность, особенно в поколениях. В наших обычаях очень много связанных с воспитанием и преемственностью. У нас говорят, не бывает мудрых старших без достойных младших и достойных младших без уважаемых старших. Как часто вам часто вы облачаетесь в национальный костюм? Я очень люблю национальный наш костюм, мне очень нравится. Я даже больше скажу, вчера я в парке, в нашем городском парке, гуляла в национальном костюме. Я даже в кафе сидела в национальном костюме. То есть меня это нисколько не смущает. Наоборот, я дорожу этим, что я кабардинка, что я черкешенка. И стараюсь даже в обычные одежды, обычные костюмы вшивать там какие-то элементы, аксессуары, да. Везде можно встретить символ адыгского флага, да? Принято говорить, что это символ адыгского флага. Это три перекрещенных стрелы. Что он означает? Трактовок много, они разные все, но принцип всегда один и тот же – это объединение. Но объединение, кто-то может сказать объединение всех племен, кто-то может сказать там три княжеских рода, но принцип
один, это единство, просто единство всего народа, вот и все. Недавно у нас прошел межрайонный большой форум, на котором глава республики сказал, что высшим приоритетом и для органов власти, и для всех жителей республики является межнациональное и межконфессиональное согласие, и только вместе мы можем идти и развиваться, идти вперед. Я очень надеюсь на то, что наша молодежь сегодня стала все больше и больше обращать внимание на свои истоки, на обычаи, традиции. Да, есть, конечно, определенная молодежь, которая сегодня увлекается и другими современными вещами, но достаточно много молодых людей, которые стали последователями, и даже в одежде, в манерах. Очень красиво танцуют наши старинные танцы, которыми зажигательно очень танцевали наши предки. Но самое важное – это учиться обычаям, традициям. И это радует. Проводятся свадьбы по таким обрядам национальным. Как именно вы работаете именно над сохранением черкесской идентичности? Принцип всегда такой, что работа с молодежью, работа... под молодежь много попадает возрастных категорий. Работа больше со школьниками. Сейчас акцент больше идет на сохранение языка, сохранение традиций, культуры. К примеру говоря, можно сказать, что мы проводим аналогию КВНа, только на черкесском языке. Mm-hmm. Да, там играют школьники. Это очень близко Артему, он, знаете, чемпион лиги КВН. Какой? Ну, круто. Высшей, да? Высшей лиги, да, круто, это очень важно. Очень круто. Ну, на черкесском языке, ну, это, я скажу, это, ну, очень специфично, когда ты привык по телевизору, да, наблюдать КВН русского языка, он, но на черкесском языке он немного другой, и юмор чуть другой, национальный юмор, да, но школьники подхватывают это и чисто на черкесском, чисто на своем родном языке очень умело шутят. Сколько всего стран вообще входит, в представителей стран входит? Мы получаем сигнал из 53 государств. Самое это главное для всех нас, это, знаете, памятуя о прошлом, думать о будущем и во имя будущего делать сегодня так, чтобы это все служило истинным интересам и национальным, и государственным, и межнациональным, и общемировым. В целом, в глобальном плане, ну, это здорово, когда в разных странах есть твои единомышленники, есть твои однокровные, такие, так скажем, братья. И... За границей круто. Не пропадешь. За границей, да, точно не пропадешь, потому что у меня есть живой пример. Мой одноклассник уехал в Германию жить, и он там встретил ребят черкесов, тоже местные уже, которые там проживают в Германии. Они его там адаптировали, они ему помогли с языком, с немецким. Сейчас он там работает в экономической сфере, работает с французами, итальянцами, немцами, он освоил 3 языка именно с помощью диаспоры, которая там проживает. День адыгов для меня очень важен, потому что в этот день родился мой отец. Ему в этом году исполняется 75, поэтому для меня этот праздник, этот день очень велик. А что послужило причиной учреждения самого праздника? Самая главная, наверное, мысль. У нас очень много траурных дат и мало праздничных дат. Наверное, сегодня Хавти Хазритович как раз об этом говорил. Да, нужно помнить все траурное, что происходило, но молодежи надо, наверное, давать некую альтернативу, некое понимание, что жизнь не останавливается. И с оглядкой на прошлое всю жизнь прожить нельзя. Надо думать о будущем, надо о хорошем, о светлом, о дружбе. Всем окружающим это нравится, привлекаются и другие народы. Мы тоже участвуем в мероприятиях, которые проводятся у других народов, живущих рядом с нами. И эта взаимность, взаимопроникновение культур только обогащает и только украшает и вызывает вот многоцветие этих красок, обычаев, традиций в целом
нашу республику, нашу великую Россию.